По мне, мы провели очень хороший первый тайм, во втором тайме. А на нас оказалось такое давление просто длинными передачами, забросами, и нам стало намного сложнее, потому что все-таки габарит их мы уступаем. А так ребят поблагодарил за то, что они смогли после такого тяжелого поражения в Москве собраться и выдать хорошую игру.